Давайте мы теперь разберем чего-нибудь простое. Ну, например, пусть у нас имеется прямая и два к ней перпендикулярных. Пусть имеется прямая А, и А перпендикулярна Б, и А перпендикулярна С. Тогда нужно доказать, что В параллельно С. Почему, если две прямые перпендикулярны одной, то они параллельны, как это объяснить? Так, ну давайте. Вот так как А перпендикулярна В, следовательно, вот здесь будет угол 90 градусов. Ну и если А перпендикулярна С, тут тоже будет угол 90 градусов. Значит, вот эти самые односторонние, нет, как это сказать, односторонние, в общем, вот эти углы равны. Это односторонние внутренние углы в сумме дают 180 градусов, и поэтому прямые параллельны. То есть 90 градусов — это частный случай общего правила. Тут вообще все углы 90 градусов, и мы знаем, что если углы в сумме дают 180, то что если эти два равны, то прямые параллельны. Понятно. Хорошо, давайте теперь посложнее, может быть, прямо сразу нарисуем. Пусть у нас имеются параллельные прямые А и В. А и В параллельны. С перпендикулярна к А. То есть мы к одной из параллельных прямых провели перпендикулярно. Это вот прямой угол. А В перпендикулярно к В. То есть мы взяли две параллельные прямые, и каждый из них построили перпендикулярно. И нужно отсюда как-то заключить, то С параллельно D. Это как делается? Надо будет прямую заметку продолжить. Да. Продолжим прямую заметку здесь ничего. Это была вертикальная угла по 90 градусов. Это нам дано. Да. Ну вот тут, в общем, тоже будет 90. Да. Значит, все вот эти углы 90 градусов. Значит, это поскольку C перпендикулярна А, вот это везде 90 градусов. И чего? И так как дальше нам надо воспользоваться какой-то частью условия. Значит, если А параллельно Б, значит, вот все эти углы тоже будут точно. А параллельно Б, а С секущие. Значит, эти углы тоже будут точно. Значит, эти углы такие же, как эти. То есть это будет тоже 90 градусов. Ну, хорошо. А так как D перпендикулярно Б, то здесь будет. Значит, так как D перпендикулярно Б, то вот это тоже будет 90 градусов. Эти углы дают в сумме 180 градусов, значит, С и Д параллельны. Ну что, понятно? То есть тут есть вот три таких шага. Мы сначала проводим пересечение, говорим, что эти углы равны, поскольку прямые параллельны, а это тоже перпендикулярно, значит, 90, значит, эти параллельны. Так, ну понятно.